Всем-всем добрый день. Сегодня я хочу с вами отобедать, так сказать, немножечко мукбанчика, чуть-чуть побеседовать, поговорить. Время уже 12:30. Я только вот хочу поесть в первый раз за сегодняшний день. У меня здесь рожки, значит, по-флотски с фаршем, с томатной пастой, с луком. И помидорка свежая. Я не могу, как мукбангеры, кушать очень много в большом количестве. Я никогда в жизни не ел в большом количестве еду. Я не представляю, просто у меня, хоть я и крупная девушка среднего возраста, во мне не может войти столько еды, сколько едят люди на камеру. Чай с лимоном. Чай и, конечно же, кексики, которые сегодня я приготовила. Вот. Такие кексики, девочки. Очень-очень вкусные. Так что все, кто обедает, желаю всем аппетита. Надо хоть попробовать. Я даже не пробовала, честно. Вкусно. У меня сегодня, знаете, девочки, произошло ЧП. Сейчас я вам скажу такое. Кольцо сняла, надо одеть. С кольца выпал бриллиант. Камень. В кавычках бриллиант. Ну, вы поняли. Не знаю, куда он выпал. Я его потеряла. Макароны очень вкусные, девочки. Давно макароны не готовила по-флотски. Так я их приготовила. Взяла лук. Полукольцем порезала, обжарила. Ну так, не сильно отпассеровала. Добавила, пропустила через мясорубку кусочек свинины. Говядина. Добавила в сковороду. Все это дело, когда как бы чуть-чуть обжарилась, налила томат пасты. Ну, наверное, так все умеют готовить. Все это протушилось без крышки. Томат пасты, соответственно, с орехой. Отварила рожки. Ну и все. И очень вкусно. Честно скажу, я не помню, когда я в последний раз ела макароны по-флотски. Не помню, лет 5 точно не ела. Напишите, как я выгляжу. Рядом с макаронами. Девочки, хочу купить компьютерное кресло, выбрала. Из кожи зам и кокожа. Не знаю, бежевый брать, не знаю, белый, не знаю, коричневый. Что вы мне можете посоветовать? Хорошее кресло, дорогое. Привозит прям с доставочкой на дом. Вот. Цену пока озвучивать не буду. При обзоре все скажу. Наверное, скорее всего, завтра. Потому что, ну, во-первых, я постоянно, ноутбук у меня стоит на детском столике. Я сижу на диване. Мне неудобно просто вообще вести мукбанги, да, все такое. А сейчас я сижу в данный момент на табуретке. А так как у меня болит спина, вот, я не могу долго сидеть на табуретке. Так как я стример, блогер, транслятор со стажем 15 лет, конечно же, мне нужно хорошее кресло руководителя.
Я так решила. Сегодня нашла его в интернете. И решила купить. Да, это для меня необходимость. Новый ноутбук. Буду сидеть здесь за столом. Вести мой банк, записывать. И все в этом роде. Да. Ой, что-то еще хотела ведь сказать. Пойми, ты девичья. Тут помню, тут не помню. Угу. Нет, я не представляю, как вот много людей едят вообще. Молодых, вот смотрю, мукбангеров, да? И не очень молодых. Едят очень много. Я не могу. Я вообще не ем никогда много. У меня даже мама ругает, что я мало кушаю. Обычно, когда она в гости приходила раньше ко мне, ну, мы садились кушать. Я, конечно, естественно, маме кладу в два раза больше. Она говорит, почему ты себе накладываешь как котенку? Я говорю, потому что не могу. Я так много кушать. Я просто не могу, ну. Понимаете? Всю жизнь ем очень мало. Ну, не очень мало, но для меня это нормально. Ну, вот. Угу. Ну, кресло шикарное. Могу вам сказать одно, что кресло просто шикарное, не хорошее. Нет, оно шикарное. Мне будет удобно в нем. Не будет отваливаться моя больная спина. Вот. Вот я уже практически наелась. Я знаю, что у меня смотрят 40%, 45% что ли, неподписанных людей на мой канал. Я бы вас очень хотела бы попросить, вам не трудно подписаться, сделать подписочку. Вот. Стать моими подписчиками. А мне будет приятно. Подпишитесь, пожалуйста. Вы же все равно меня смотрите. От вас не убудет. Вот. Как-то так. Очень вкусно. А что я не готовила давно, не знаете? Что-то у меня вчера вечером мысля такая пришла сготовить макароны по-флотски. Угу. Представляете? Очень вкусно. Очень. А уж кексики. Я опять балую себя. Кексики. Мне нельзя, категорически нельзя. Посмотрите, как я. Они очень вкусные. Они тают во рту. Это шедевр. Это шедевриально. Можно закачаться. Я вот так начала их печь, да? Я их в жизни не пекла никогда.
Я их начала пить еще недавно. Угу. Где-то, наверное, четвертый или пятый раз пью. Вы знаете, не могу оторваться. Вот не могу оторваться. Это очень вкусно. А мне категорически это нельзя. Это быстрые углеводы. Купила я. Сколько? 10 упаковок. Хлебцов. Они лежат, ждут. Когда до них дойдет очередь. А бриллиант жалко, камень. Отвалился и потерялся. Не знаю где. Вот. Сейчас приходили две девушки, проверяли водяные счетчики, ревизоры, ревизия была. Ну, девочки, ну посмотрите, ну вы посмотрите только, а? Вообще красота, да? Это что-то с чем-то. Девчонки, пеките. А детям, я знаю, понравится вообще. Это очень вкусно, очень. Это так вкусно, я не могу передать словами. Угу. Волосы буду красить. Я купила, кстати, новую краску. Тон такой же, но другого названия и дешевле. Сниму ролик, покажу девочке, какую краску я буду красить. И вы посмотрите, вот цвет увидите, какой будет до и после покраски. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Фикс прайс купила. Сказала, не сказала. Ой, ну кексы, это вообще что? Это что-то с чем-то. Это вообще. Вот сижу на табуретке, устаю. Завтра, наверное, послезавтра все же я куплю это кресло. Просто нужно... У меня нет денег налички. Я бы хоть сейчас бы заказала. Нужно пойти в Сбербанк. Снять отсчеты деньги. Ну вот. Привезут, рассчитываться надо наличкой. Кто-то звонит. Всегда на связи. Алло?